Всем привет, дорогие друзья, меня зовут Дмитрий, и мы сегодня с тобой продолжаем играть в игру Star Wars. Battlefront 2, открываем контейнер, у меня тут контейнер, оказывается, какой-то есть. Что тут дали? Ну-ка, что это такое? А, сниженная отдача, новая. Ага. Обычно, модификационное оружие, ага, сниженная отдача обычно. Это DS-15LE какой-то. А что это за DL? Это у штурмовика, по-моему, да? Подожди, назад. Или тяжелый боец, по-моему. Да, вот у него. Ага. Использовать. Цифровая дальномер рассчитывает дистанцию во время непрерывного для компенсации. Ага. Все, понял. Пускай будет этот. Вот. Продолжаем с тобой. Угу. Так, домой, ага, вот так, сетевая, ага, еще. И галактическая битва. Галактическая битва, опять, ребята, битва Крейт. Крейт у нас сегодня с тобой, битва, будем здесь. Заброшенный аванпост повстанцев. А если он заброшенный, что там биться, значит мы зайдем и все возьмем. Первый орден поймал группу бойцов сопротивления в ловушку на заброшенной шахтерской планете Крейт. А, интересно, давайте дадим кому-нибудь... Ой, нет, не туда нажал. Блин, ладно. А, мы кто, мы повстанцы? Чуть такое. Ух, ёп. Ух, ни хрена себе. А, нам что надо с ним делать? Ага, нам надо, я как понимаю. Я как понял, нам надо их это уничтожить. Я понял. Так, интересно, интересно, интересно. Специалист, значит, здесь нужен специалист. То есть снайпер. То есть нам нужен здесь снайпер. Так, нам нужен выход. Так, там по норкам прыгают. Хорош. Перегрелись. Ага, там в норку заскочил к нам. Его убили? Любитель норок. О, блядь. Попали. Так, а здесь по норкам мои, короче, скачут. Они прям любят по норкам. Да. Тяжеловато здесь будет. Ну, отбиваться-то. Нам бы... Слушай, а вот эту пушку можешь как-то сесть или что? Возвращайтесь. А что, я куда-то ухожу? В смысле, а куда мне возвращаться-то? А мне что, по норкам нельзя? В смысле, а мне что, уходить нельзя? Что, по норе... А. Не понял, а почему? Что, здесь рубин, да, какие-то добывали? Ни хрена себе. Смотри, прям залежи. Прям залежи каких-то этих рубинов. Охренеть. Защитите ангары. А, все, жопа, да, нам это. Они прошли. И я не того героя взял. Ну, великолепно. Ага, они все там. Ага, вот там. Ага, там их не особо, они все вот здесь где-то. Понял. Хорош! Охренеть! А, ну меня какой-то снайпер там убил, я понял. Это кто? Это... Летающий боец сопротивления. Не, в жопу ваши летающих бойцов. Я возьму вот этих. Так, пойдем. Защитите ангар. Но его на самом деле очень сложно защитить. Мне надо было офицера взять, надо было турельку сделать. Есть, 22-й левел апнул, наконец-то. Теперь прокачаюсь хоть. Ни хрена они там прыгают, слышь? Ну как нереально больно круто прыгаете, ребят.
Эх. О, Дарк Вейдер, привет. Ну да, жопа, нас убили. Кстати говоря, раз мы можем теперь так... Нет, а я не могу... И, блин. А, убрать, убрать. А, я только убрать могу. То есть улучшить я сейчас не могу, да? Это кто вообще такой у нас? Ладно, давай показать офицера. Давай показать офицера. Возвращайтесь. А что, сдали, что ли? Блин, позицию сдали. Возвращаюсь. Блин, просрали, ребята. Позицию сдали. Охренеть. Ставим позицию. Блин, такие буровые эти машины, что-то кристалл какие-то мегалитические. Так, а что защищать-то? Ага. Ага. А где они? Ага, они там все. Я понял. Ага, одна здесь, вторая. А, понял, вот здесь прямо охраняем, я понял. Что ты делаешь, чувак? Ничего не надо делать, ничего не включай. Буровая, смотри, какая классная тачка. Ебать. Какая классная буровая тачка, смотрите. Хорош. Хорош. Чуть не помер. Ух, блядь. Там мне надо пацанов поддержать. Так, здесь где-то джедай бегает. Как они так стреляют? Мне кажется, у них какие-то читы на самом деле. Давай за чувачка. Мне кажется, у них какие-то читы на самом деле, потому что, ну, здесь на самом деле игра умирает от читеров. Если кто-то не знает. Если кто-то не знает, игра на самом деле умирает немножко от читеров. Что произошло? Может, картинку нормальную? А, я переключаюсь в режим этот. Хороший режим. Тихо-тихо-тихо, куда ты побежал? Дурачок. Жопа. Я переключился в режим типа пушки. Не пушки, а типа, ну, бомбы кидал. Вообще жопа, ребят, вообще ничего не понятно. Что происходит, кто кого убивает и так далее. Мы проиграли. Ну, здесь, да. GG. Report, aimbot, cheat. Да, girl, вот это вот у них. Aimbot, cheat. Вот, да, чувиха 66, которая сделала... 66, вот она на втором месте, вот это вот, типа, Netrails Girl какая-то. Ну, типа, там, ну, прям, там реально, там летают, короче, знаешь, как читеры, опять же, я говорю, вот, на втором месте у них 66 киллов. У нас вообще, на самом деле, люди повыходили, потому что тут читеры. Но это уже выйдем. Вот. Как понять, что читер? Очень легко то, что он убивает очень быстро и очень четко стреляет. Там он может мансить, там прыгать, летать, там вообще там он. Но при этом тебе все время, то есть по тебе все время попадает. То есть он влетает где-то под крышей, там мансит там, но он по тебе попадает. То есть это читеры. Вот. Это, к сожалению, читеры, это такое есть. Может, превосходство попробовать просто так, за железяк. Может, эра республики есть? Да, Набу есть. Вот, к сожалению, да, то есть я вот сколько играю, я очень часто на читеров, ребят, наталкиваюсь. Кто-то скажет, да нет, это, наверное, про игроки. Нет, ребят, когда вот чувак летает там прям под крышу, он мансит и влево, и вправо, и вниз, и влево, и при этом по тебе попадает, ну, по тебе прям попадает, стреляет, это нет. Да даже можно поискать информацию. О, кстати, за железяк. Так, офицер за железяк, давайте. Можно найти информацию, то, что читеров много реально в игре. Избавитесь от захватчиков. А, нам от захватчиков надо избавиться. Понял, принял. Избавляемся от захватчиков. Избавились от захватчиков.
Так, давай избавляться от захватчиков немножко по-другому. Так, начать. Посадка на борт. А, нам надо посадку на борт что сделать? Или это кто посадку на борт? Это чья посадка на борт? Кого-то убил. Это чья посадка на борт? Алло. Пошел нахрен, диджей. Диджей, отстань. Диджей. Блин. А, это их посадка была на борт. Понятно. Они типа успели улететь. Да, вот такая катка. Вторая получилась. Закидывают очень часто уже к тем каткам, которые идут. А, теперь мы здесь, что ли, будем? То есть мы их прогнали. Это типа второй раунд. Да, это типа второй раунд. Нам сейчас прибавить 7 минут на захватку двух точек. Я понял. Я понял. Давайте начать. То есть мы их типа прогнали на корабль, мы за ними. Я понял. Сюда я бегу, непонятно. Ух, ебать, понял. До свидания. Вот здесь дед был. Вон, индюк. Вон там сидит. Ебать. Блять, застрял. Ой, йода. Понял, отхожу. Понял, не села, отхожу. Опять же у нас там читеры какие-то. Понятно. Что-то очень как-то четко стреляют, знаете, прям летают, так стреляют, прям так все четко, прям так классно у них получается. Да, вот этот вот чувак уж больно четко летает. Ага. Хорош. Уж больно у них все четко. Давай подхилим. Активейтинг. Так, убежали. Ты где? Ты где, красавец? Убежал. Скрылся с места преступления. Понятно. Скунишки. Скунишки, у них сырые штанишки. Ох, ёшкин сколько их там. За это усиливаю. Ах, ё-моё. Ах, ты пошел отсюда, крысюныш. Пошел отсюда нахрен. Тайм. Хорош, кого там еще убил. Красава. Есть, кого тоже замочил помощник. Помощник из меня такой себе. О, йода, привет. До свидания. Йода пришел, йода ушел. Так, давай вот этот дрон, давай попробуем за этого дрона, я ни разу не играл. Че он делает? Вибромеч на серии быстрых ударов сбивается с ног. Скройтесь от врага, так, дым и термальный прицел. Активируй устроен боевой прицел, чтобы обнаружить всех ближайших врагов. Понял, побежали. Ух, какой боевой дрон у нас. Так, дым завеса. Еще какая-то херня. Блядь, тут йода. Тут йода сраный. А ты чё сдох-то? Понял, вижу. Так, нас обошли. Так надо этих диджеев мочить. Ах ты, ёшкин кот. Ах. Да блин, замочите этого йоду сраного. Он мешает, он не понимает, что мы делаем. Он не с нами.
Он играет против нас. Он должен играть за нас. А я куда побежал-то? Не туда. Так, мужики в атаку. Какой кусок... Какой кусок говна, хотел сказать я. Но я умер. Давай поиграем вот это. Не знаю, я, кстати, за него еще ни разу не играл, у меня первый левел. Что у него есть? Ручная ракета, прыжок на реактивном ранце, рывок на реактивном ранце. Великолепно. Пойдем. Куда идти-то? Ой, подорвали мужика. Отходим. А, отходим, хорошо. Замечательно, ждем. Нормально, нормально, заходим, 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 заходим. Вот это он стреляет, типа. Да мне кажется, это АИМВХ. Ну, он прям стреляет уж больно четко. Ну, он прям меня так убил, прям больно четко. Да. Мне как-то это не нравится. Я сходил, я целый был, сильный. А он меня убил так быстро. Этого быть не может. Никого не вижу. О, Йода, здорово. Йод, значит, нет. Не понял. Пошел нахрен. Здесь можно, знаешь, на самом деле стрелять куда угодно, и ты сам в кого-нибудь попадешь. А, Йода все живой. Йоде нормально. Йоде нормально, ребят. Йода все живой. Так, ну мы, в принципе, все равно Йода погибает, наконец-то. Граф Дух тоже погибает. Жалко, жалко. Граф и Дух. Ладно, Йода, но Граф Дух. Он же ни при чем. За что его-то? Он же еще молодой был. Красивый. Местами. Местами не очень. Никого не вижу. Самый хилю. Даю баф. Отходим. Да ебать тебя, Йода! Опять Йода там пришел. Как ты, блядь, заебал. А, Скайуокер пришел. Еще и Скайуокер. Ладно. Поехали. F. Фейбл тейбл. Хорошо. Поражение. К сожалению, так, Fable Table, там Йода пришел, а к нему потом этот хрен моржовый пришел. А, это они на наш корабль, видимо, пришли. А нам что, надо было защищать или атаковать, я уже не помню. Да, так мы проиграли, это они на наш корабль пришли, еще нас уничтожили, я понял. То есть это мы проиграли. Этот Йода сраный. А, ужас. Ну вот так вот. Ну здесь баланс такой себе, ребят. Вот. Баланс так себе. А, потому что подбирают в одну команду нормальных, в другую вообще днаре, и как бы непонятно. Так, коллекция, кстати. Тяжелый боец, у меня 12 очков. Улучшить. Да. Улучшаем. Тоже улучшаем. Чтобы все прям было лучше. Угу. Так. А что нам теперь надо? 35 левел. Всего лишь, ребят, 35 левел. Фигня-то какая, да?
Всего лишь 35-й левел. Офицеру я что-то могу апнуть? 22-й. Нет, офицеру только до 22-го, к сожалению. Специалисту. Давай вот это. Так, так, головорез. Головорез, кстати говоря, что-то могу сделать. Давай. В принципе, больше тоже ничего. Бронетехник. Артиллерист, что-то могу изучить. А, тут ничего нет. На стрелок. Стрелок 4-го левела тоже, да, наверное, ничего нету. Да. Потому что не прокачиваю я как бы их. Ну, не то, что не прокачиваю, я... А где у меня этот? Да, Скайуокер. Я же могу, наверное, что-то сделать. А, могу, но не могу. Так, увеличить максимальное здоровье Скайуокера. Наносит больше урона с ставым мечом, но его удары растут больше выносливость. Давай больше, чтобы ХП было. У нашего Скайуокера. В смысле, а я что, не поставил карточку-то? Использовать. Да. Все, теперь использовать будем это. Так, бронетехник. Истребитель. А у меня здесь все стоит? Или подожди? А я где-то тут кого-то видел этого? Специалист. Головорез. Все на месте. Ладно. Все, увидимся с тобой уже в следующей серии. Вот такие вот пироги. Всем до встречи, всем пока.